Да ну тебя нахрен, чувак! Ты... Я ненавижу эту игру. Я посидею с ней, я постарею с ней. У меня морщин столько не было, только я начала в Dark Souls 3 играть. Я не хочу уже никуда идти. Где моя мама? Я хочу домой. Хочу блинчики! Итак, что нас ждет? Пришла. Подруга, я ж так тебя завалю. Амара кумамамба. Воу. Жизнь невозможна. Нихера себе. Ты начала как прикольно делать, а? Мне нравится. Мне нравится. Жизнь невозможна. Понятно, не надо. Эй, по хардкору! Вот это ты фантазерка, а? С одной стороны на другую. Ну, я понимаю магию. Я себе вот так сделаю. Ну иди ко мне. Чем бабочки питают меня? У меня молоко есть. Нихера бабочка молоко, не знаю. Печенька есть. Хочешь печенье? Печенька вкусная. Печенюшечка! А теперь валим! Шибишин! Шибишин! Жизнь невозможно повернуть назад. Если буду пиздить много, я точно живу не останусь. Кружимся, бегаемся, в танце жарко, мы с тобой. А, давай чем-то споем, а? Что грустно-то, а? Это грустно-то! Быстрее можно, пожалуйста. Подруга дней моих суровых. Да давай уже что-нибудь менять свою шарманку. О! Видишь? Ладно, последний. Последний трай. Он трудный. Самый. Эй, как кобзончик ты пил, а? В мои-то годы лучше. Японский ты городовой. А я уже второй раз на похер не попадаю. Щучка ты хитрая, а? И что ты мне сделаешь, а? Я тоже. Мать, у меня уже голова кружится. А, давай, какой же сложный босс. Господи, я не могу, у меня уже голова кружится, мне плохо. Вызывайте скорую кто-нибудь. О, боже мой. О, господа? Да, да, мы это сделали. Мало кто так затягивает бой. Блин. Ну зачем вы меня так это прям обидели? Все нормально, нехрен тут трындеть. Не все нормально. Не, была одна так. Я такой не видел. Надо на повторе глянуть. Ничего страшного. Я тоже не умею. Но она не сложная, да, она такая. Прикольная такая. Она спокойная. Ты реально на ней особо не напрягаешься и делаешь, что надо. Ты кто? Это же кузнец, только мертвый, нифига себе. Это что, это весь лес? Все? Леса больше нету? У леса на опушке жила в избушке. Я не буду с тобой обнимашки делать. Нет, не буду. Да-да-да! А, это просто обрыв. А, нет, это не обрыв. Пошла я, короче, к кузнецу. Батяня, я тебе уголь принесла. Ага, здесь также у тебя все хрен нарыло. Ну, тарарарам-там. Да нормально зад у Дуси. Вы понимаете? Вы хотите, чтобы вот так вот она стояла? Вас не смущает ее мордень?
То есть вы уже вообще у меня бессовестные, да? Вы не стесняйтесь обсуждать кардан моей девушки, моей тёлочки. В моем же присутствии, да? Нормальные вот люди, да? Не было, мы заскучали. Я сейчас устрою. Это вообще кто сказал, что ее Дуся зовут? Вы что, охренели, что ли? Кто ее Дуси-то назвал? Признавайтесь быстро, я не поняла. Какая к хренам Дуся? Вы что, с ума сошли? Батя! Я упала. Давай, давай, бежим, 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 бежим. Это замок, в котором мы, получается, были. Ах ты, сука, я тебя прям увидела боковым зрением. Не дал мне пейзажами полюбоваться, козел. Смотри на него, охренел вообще. Сюда давай весну. А деньги есть? А сишки есть? А семки? По-моему, я жучка вижу. У меня сейчас будет истерика. Охренеть, они тут прокачанные. Время фэшн. Господи, какой он ужасный. Ставь, короче, свою вот эту кожаную хрень. Пока мы не найдем что-нибудь лучшее, мы ее не снимем. Все. Тоже мне герой. Привет, любимый. Ты соскучился по мне? Я очень. Помнишь, как мы с тобой хорошо развлекались? Или ты забыл? Знаешь, это не самое лучшее место для наших утех. Батя! Я упала. Я даже к тебе приду, понимаешь? Настолько место, конечно, очень неудобное. Очень кривое место. Fuck you! Money on a thing, wanna be in most place. When I keep money, we know we waste some break. Man, my on your face, you can't displace. Chicken man, we know on your face. And we will, we will. Если я тебе одного с такого времени пить буду, сколько же у меня твоих собратьев-то будет? Ебанки ты, бог! Блин, нихера, короче. Завалила. Че, ты решил, что со мной слишком стрёмно биться, поэтому решил закончить жизнь самоубийством? Забирай броньку. И боже, оттуда! Я поняла вот так вот твое выражение. О! Да она, блин, не очень будет. Я знаю, что это броня. We will, we will. На тебе! Честно, что я ссу? Не ссу. Я подсыкиваю. Знаете, что самое парадоксальное? Я куда не зайду, вы мне везде говорите, ну нахер, сюда рано. Так куда мне вовремя-то, твою мать? Куда пришла, туда пришла. Все, насрать. Господи, я напугалась. Взлети опять. Ты классно взлетал, и ты умер. Нет? Я все не понимаю. Круто. О-о-о. Старый крутой дракон. Офигеть. Сейчас, мне кажется, я сдохну. Привет. Ну
душа гордого рыцаря. Привет, как я тебя зовут? Ебать, ты живой! Да ну тебя нахрен, чувак! Ты... Ну, драконов хотела, на. Я ненавижу эту игру. Я посидею с ней, я постарею с ней. У меня морщин столько не было, до того, как я начала в Dark Souls 3 играть. Я не хочу уже никуда идти. Где моя мама? Я хочу домой. Хочу блинчики! Money, only fame, only fame. Ну, нет, там круто, но не для меня и не сейчас. С этой стороны горе. Ой, горе! Ты горе живое, так что дай боже. Там броня, если ведьма призывала на боссов. Нет! Я никого не призываю. Я ж соло все прохожу. А? Молодец, гордая женщина, сами придут и сами предложат. Вот. Мне кажется, ей так нравится прыгать. Вы видите, как я прыгаю? Что-то как-то мне здесь не нравится. Вот я вижу вот там херню двигающуюся. Что-то она мне вообще не нравится. Ебать! А, это я сюда пришла? О! Козел! Нет, ладно, все. Все. Все, козел. 5 пузырьков, 10 пузырьков. Блин, вот тут есть один персонаж, его на самом деле бы тоже бы завалить бы хорошо. Да ладно, сваншотила. Ты серьезно? Дракон, ты что, вообще что ли уже все? Ну, давай. Ты... Ой-о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 й! Блин, да серьезно? Ну как она? Вот сейчас прям эксперимент пошел. Как лохушка! Так и ты! А, баба, которая умеет бегать. Ты, конечно, интересный. Блять, последний босс — это лестница. Эй, дракошка, где ты когда-то так нужен? Ну, давайте его бить, ладно. 16 стрелами. Блин, ну окей, хорошо, да, его нужно завалить. Где ваша подруга, птища? Я не пойму, а где она? Ой, блин. Вот он ты. Хардкор! Как мне ставишь? Тан! Так, все, давай, пошла. Пошла. Ну что? Рядовой! Землемеркин! Бегом! А что нажимать-то? Я давно, кстати, в солярии не ходила. Б, она не появляется. Я уже сама хочу ее завалить, но она как-то не идет. Дракоша, дракодунчик, драколямба. Ну почему ты не появляешься? Я буду жаловаться на дракона, он пропал. А кто убил кабанчика? Мама убила кабанчика. Его нет. Все, он больше не появляется. Где дракон? Серьезно, я уж переживать начинаю. Может, я его обидела как-то? Ну, залай его. Ничего страшного, бывает и хуже. Дракоша! Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Хвост перешел. О! Ты мой хорошенький! Да ты мой золотой, я уж переживать начала, что ты от меня слинял. Не пугай меня больше так. Вот прям вот сюда типа попасть? Вы что, издеваетесь? Я как в это должна попадать, объясните. Попади в иголку с расстояния 100 метров, и ты получишь плюшевого медведя в подарок. Еще. Меч дракона. К
как бы мамка. Она если хочет. Добей его. А он типа дохлый? Это не особо ему, по-моему, нормально. Я не понимаю, как мне его можно убить. Как его добивать? К нему подойти невозможно. Он постоянно палит огнем. Совиверно. Типа попугай недоделанный. Ладно. Что? Надо на гидру идти. Попробовать ее разочек.